Так, я продолжаю новое видео. А, снимать, я там кого-то наверху увидела. Мой там с котом. Вот. Это наша соседка, она уже умеет на лошади, кстати, держаться. Прикольно. Классно. Так, а я хотела поснимать вам, увеличить и поснимать. Я там кого-то видела, но уже, по-моему, все ушли, нет? Давайте сейчас глянем. Боже. У меня такое увеличение на телефоне крутое, я прям все вижу. Что там происходит? Кто-то прямо у скалы. Прямо у скалы кто-то находится. Ну, там вот кто-то, люди, видишь? И там, если увеличение большое делаешь, то даже все видно. Там люди на горе? Ага. Птицы летают. Прыгают. Дети какие-то прыгают там. Говно летает. Виталик. С ним... Ну, можно нормально говорить? Вау, так красиво. Это в приближенном этом ракурсе. Хочу поснимать. А сейчас у них, наверное, перегон будет. Перегон табуна. Виталик, сейчас, наверное, будет перегон табуна. Или они уже скоро будут спать. Смотри, как классно. Он деревья жарит. Пока он деревья. Ух ты, они, наверное, куда-то на перегон табуна поехали или куда? Помнишь, мы там на горе катались? Ну какой? Да, помню. Мы когда-то уже ходили туда кататься. У них что, у них перегон табуна или что? Перегон табуна или как это называется у них? Гонки? Перегон табуна. У них гонки? Ну, типа того. Гонки. Ту-ту! Я доехал первый до финиша! Я увеличила, и мне так видно классно все. Еще хочу пещеру посмотреть. Вон она. Там камень большой стоит. Мама. Я пещеру смотрю еще. И смотрю скалу. Давай еще увеличим и посмотрим. Вот, наверное, вот так вот. Подожди. Подожди, я хочу посмотреть вообще, что там происходит. Подожди. Так, еще вот такой вот обзорный вид на 0,5 вам хочу поснимать, показать. Вот, смотрите, какая красота. Из шерсти нужно что-то делать. Поэтому убираем шерсть. Я бы не советовала это делать. Да нету никого. Да это что? Правда? Видишь, я взял... Ты идешь? Он может и там, которого мы встретили, может. Живет, который был маленький. Может. В общем, идем. Как вам вид, напишите в комментариях. Жду ваших лайков, комментариев, подписок, конечно же.
еще их. Гели. Ага. Ты не хочешь тоже кататься, научиться на лошади? А те лошади? И где? Вот сейчас еще этот, как это, квадроцикл называется или как? Да. Джип. Джип он по-другому выглядит. У него огромные колеса и крыша еще. Понятно. Это квадроцикл. Вот она, моя любимая скала. Вот отсюда, кстати, тоже хороший вид. Виталик, ну можно, пожалуйста? Может, они едут на... Вау, красота. Еще и кот в кадре. Мы можем их вот так наблюдать. А куда они? Не знаю. Куда-то поскакали, смотри. Наверное, к своим. Смотрите, какое дерево высокое. А там закат классный, да? Скала и закат. В первые дни снимать, когда приезжаешь, самое то. Потом уже не очень хочется, что ли. Пещера. Пока я иду поснимать, вам маки показать. Конечно, их целые поля. Их очень много, но тут почему-то их мало. Ну, давайте хоть столько покажу. Вот эта красота, смотрите. Вот так вот. Вау, да? И маки. Вот они такие красные, красивые маки. Надо поснимать этот... Они как-то к вечеру закрываются, а когда жара раскрывается, вот, надо поснимать, как он называется-то, видео, может, еще какое-нибудь коротенькое. Показать маки, смотрите, какие они интересненькие. Так вот. Вот такие нежные листочки, лепесточки. Они уже сегодня от жары все открылись. Я видела. Не здесь, в другом месте. Вообще целые поля. Мы прям ехали, когда с Симферополя сюда. Поле, и там просто оно, половина поля в маках вот этих ярких, красных, красивых. У нас тут вот тоже у дороги они растут. В общем, они открываются от сильной жары. А, видимо, к вечеру вот так вот закрываются красивые. Очень красиво. Привет! Очень красивые. Что ты не хочешь открываться даже? Видите, какая красота нас окружает. Ну, красота же. Красота. Красота. Очень красиво. Там еще в одном месте есть, где родник маки. Наверное, сейчас по той дороге пройдем, покажу вам. Вот эти-то поля высокие. Боже, какая красота. Вот такие виды красивые. 31 января 2024 года. Ой, какого января? Это мой день рождения 31 января. 31 мая сегодня, конечно. 2024. В общем, я хочу еще... В принципе, я выложу видео позже, конечно же. Ну какая разница? Какое это имеет значение? Ничего особо не поменяется с такими видео, правда же? Ну так просто.
Говорю. Я говорю, что наоборот ничего не поменяется. Какая разница, какого числа летом снимать? Главное, что это летом снято, не зимой. А какого числа летом снимают эту красоту, это уже не важно. Выкладываю. Нет, не зимой, конечно, я выложу летом. Не знаю. Выложу я летом. Вот, все. Пошлите дальше. Виталик, пошли дальше гулять. Я хочу домой. А мы идем домой. Лошадей нету? Мам, дома есть тоже. Когда... Ну, когда они либо куда-то ночевать их отправляют, либо они там где-то ночуют, либо они там сейчас гуляют и вечером еще вернутся и здесь будут ночевать, либо все-таки они там где-то ночуют. Перегон табуна называется. Скорее всего, да. Когда их туда... Они скачут уже, ночевать скачут. Мам, что? А есть дома ножик? Я хочу сделать топор. Я не знаю. Надо спрашивать. Я буду вырубать деревья. Хочу, конечно. Чем-то так. Другим буду... Это как называется? Квадроцикл или как? Да. Понятно. Ну, в общем, тут мусульмане отдыхают. Все ясно. Тут же крымские татары. Так, ходим тогда, да? Пока, скала, мы еще вернемся. Ой, это красиво на фоне скалы, это круто. Все, наверное, не буду уже вам маки показывать. Всем пока. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки и пишите обязательно комментарии. Пока. До новых встреч. Покажи, что тут у тебя. Я хочу сделать топор. Понятно. Зачем он тебе нужен? Ну, биту, если пацаны будут обижаться, дома будут биты. Я им покажу, что я делал. Ясно. Мама, у нас есть дома нож, чтобы... Всем пока. Веревку, кот идет. Нет, у нас ничего нет. Смотри, кто идет. Ну, ножик. Прощаемся с ним. Есть для резать. Киса, пока. Или как вы мясо не режете? Он уже боится, Виталий. Он там полазил где-то и пришел после высокой травы. Виталя. Он по говну пробежался. Ну, это очень интересно, да? Все, всем пока. У нас же есть больше камней. Ну, все, я дома сделаю. Топор!